Имя Дмитрия Козлова известно всей Самаре. Конструктор, который создал ракету, поднявшую человека в космос. Но в его биографии есть не меньший повод для гордости – участие в Великой Отечественной войне. Самарские блокадники решили рассказать не только о космических, но и о военных достижениях Дмитрия Козлова. Мы должны это сделать, потому что Козлов известный человек. Человек большой буквы в том смысле, что был конструктором. Он был блокадником. И он защищал Ленинград. Поэтому ему вот здесь экспозиция нам так хотелось сделать. Экспозицию создавали вместе с ветеранами ЦСКБ «Прогресс». Михаил Шум и Александр Чечин работали с генеральным конструктором рука об руку. Это был очень целеустремленный человек. Вот. Всегда настойчивый. У него железный характер. И он всегда стремился добиться поставленной цели. Что у него было, это не отнять. Что он задумал, он всегда доводил до конца. Фотографии и записи предоставил краевед Андрей Бондаренко. Он изучает биографию Козлова много лет. Ученый выразил надежду, что выставка – это только начало, и имя знаменитого конструктора будет увековечено в названиях улиц и предприятий. Город наш, в долгу перед этим замечательным, выдающимся человеком. И Самарская область в долгу перед первым почетным гражданином Самарской области. Передвижная экспозиция станет частью школьного музея «Блокадный Ленинград». Его открыли 3 года назад. Работа над ним продолжается. В ближайшее время будет полностью готова центральная композиция «Комната блокадника». А также музей пополнится памятными подарками от ветеранов ракетно-космической отрасли. Олеся Корецкая, Сергей Баскин. События.